В учебных заведениях республики повысят уровень безопасности. Последние события в ряде российских регионов показали, насколько незащищенными порой оказываются наши дети. Школы и детские сады должны стать неприступными крепостями. В ближайшее время будет решен вопрос по закупке рамок металлоискателей и дополнительных видеокамер. Это один путь усиления безопасности, другой – усиление воспитательной работы среди подростков, отмечает глава республики. И здесь равную ответственность несут учителя и родители. Кроме того, вероятно, пора обучить школьный персонал вне зависимости от статуса, как грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Начиная с руководителя, начиная там учителя, должны знать, какие превентивные меры должны принять, когда что-то там начинается, какая-то тусовка. Понятно, мы профилактическими мерами занимались и будем заниматься, но на сегодняшний день недостаточно. Это как раз вот ответственность воспитания наших родителей. Это родители в первую очередь отвечают, учителя отвечают. Мы обращались, и Роскомнадзор сейчас будет, наверное, меры принимать, отдельные такие сети, которые являются угрозой для жизни людей, соответственно, будут закрывать, прикрывать, конечно, значит, поэтапно, пошагово, но сразу это не могут делать. Вот это вообще мода, чтобы вот это не распространилось.